Своевременно и регулярно посещать врача – это простое правило, является залогом того, что в организме не будет запущенных болезней, а самочувствие останется под контролем. Однако в современных реалиях визиты к врачу получается наносить не так часто, как того иногда требует ситуация. В Гродно по-своему решают эту проблему. Медгородки распахивают свои двери в разных районах города 1-2 раза в месяц. Такие точки медпомощи уже побывали на Ольшанке, Вишневце и в центре города. А 4 сентября медгородок будет работать на Девятовке возле магазина по адресу Лиможа, 30. С 16 до 19 часов здесь можно будет бесплатно, без талонов и предварительной записи, получить консультацию невролога, эндокринолога, кардиолога, валеолога, врача общей практики. Также в таких медгородках можно пройти экспресс-тест крови на глюкозу, измерить внутриглазное, артериальное давление, сделать ЭКГ. По результатам этих консультаций можно будет получить направление на дальнейшее посещение врачей в случае необходимости. Подобные медгородки пользуются большим спросом у горожан, в том числе у пожилых людей.